Всем привет! У меня в голове крутится много тем, которые я хочу осветить в Турбо. Но внезапно пробилось приятное воспоминание об очень неожиданной игре под названием Roadland. Им-то и хочу поделиться. Традиционно сначала о создании игры. Как вы догадались, покамест я рассказываю об играх, в которые играл в 90-е. И вот тогда попала мне в руки одна игровка с на вид простой игрухой вроде Bubble Bubble и Snow Brothers, выпущенная в 92-м году Storm Sales Curve по лицензии Jaleco, которая в 90-м году создала аркадную версию этой игры. Английская компания Storm Sales Curve, позже известная как The Sales Curve Limited, более привычно для уха в виде сокращения SCI. Прославилась она позже, как издательница Кармагеддона. Сюжет игры прост. В игре две героини, Тэм и Рид. Их матушку похищает злодей и заточает ее в башне. Надо добраться до верха башни, победить злодея и освободить маму. Играть можно одному или вдвоем. Не знаю, как в японской версии, но в англоязычной эти остроухие маленькие героини, Тэм и Рид, называются феями. Крылатая фея под стать им появляется и в анимационных последовательностях. Да и матушка героинь тоже, по крайней мере, остроухая. Развею это попсовое заблуждение относительно облика фей. Феи, или же фейри из фольклора, отнюдь не крошечные девочки с крылышками, однако народное собирательное название давних народов, населявших Ирландию и Шотландию. Народы эти назывались Туаха де Данан и Фамойри. Одновременно с фейри употребляется именование эльфы, у исландцев хулдуфолк, то есть скрытый народ, на Урале и севере России чуть белоглазые, в Японии им, вероятно, соответствует карапакуру. Фейри и чуть, хотя и меньше обычных людей, однако не так уж сказочно. Рост их, ну, как у детей или подростков. Остроухость эльфов также не более чем попсовый миф, тиражируемый писателями и художниками, которые не задали себе труд изучить предание. Движок к игре, музыку и звук сделал британский программист и композитор Саймон Пик, известный также по версии Шиноби для Commodore 64, Газонокосильщику, Silkworm и Star Control и ряду других игр. Художники Roadland – Джулс Уотсхэм, Шон Маклурк, Роб Уайтейкер – поныне светятся в разных проектах. Игра официально продавалась только в Японии, Испании и Италии, и картридж к ней считается очень редким. Ну а я познакомился с Roadland на пиратском картридже и сейчас познакомлю с этой игрой и вас. Не буду говорить о множестве настроек и пасхальных яиц, которыми эти настройки напичканы. Перейдем к самой игре. Что это? Чем привлекла меня эта по виду совсем детская игрушка? Бегаем по лестничкам, собираем цветочки, хватаем врагов и после некоторой борьбы отправляем их на тот свет. Задача победить всех врагов на экране. Тогда мы переходим на другой уровень. Что привлекло? Графика, если приглядеться, очень классная, музыка приятная. А вообще я приобрел этот картридж, имею в виду 90-е годы, потому что ничего лучше в продаже не было. Или было, но не по деньгам. Я уже не помню. То есть, либо этот картридж продавался дешево, или я его обменял с доплатой, но тогда в отделе магазина подарочные с картриджами не нашлось ничего более достойного. С тем и уехал домой с Родландом. И вот мы проходим уровень за уровнем, попутно собираем буквы слова «экстра», чтобы получить дополнительную жизнь. Появляются новые виды врагов, игра постепенно усложняется. Вдруг оказывается, что в ней есть боссы, причем весьма и весьма достойные. По мере восхождения на башню игра уже перестает казаться детской.
И вдруг из подобия Bubble Bubble она превращается в классический платформер, причем просто адской сложности, потому что в игре смерть предусмотрена одного касания. И если на уровнях экранах сложность еще терпимая, то здесь судите сами. Потом игра снова переходит в режим «один уровень, один экран», пока мы не достигаем вершины башни. Я хорошо помню, как добрался туда впервые поздней ночью в 90 каком-то году. И после этого еще раз для съемки этой передачи. Уровень гораздо сложнее босса, который находится в его конце. Это и есть злодей, похитивший матушку героинь. Победив его, вы увидите мультфильм. Игра получилась интересная, в меру длинная, хотя чрезмерно сложная на бродилочных уровнях. Вы не успеваете освоиться с ними, вас сразу забрасывают в хардкор и вынуждают тратить жизни. В завершении передачи покажу немного версию Roadland для Spectrum. Есть еще для других платформ, например, для Amiga, но хочу для Spectrum. Игра работает только на 128-килобайтном спектруме и была разработана английской компанией Twilight в лице разработчиков Джейсона Майгана и Шона Маклура. Наиболее известные игры от Twilight на разных платформах — это Alfred Chicken, Cool World и Darkman. Джейсон Макган и Шон Маклур совместно, как Enigma Variations Limited, выпустили в 1989 году игру Count Dracula про утку-вампира, графически похожую на спектрумовский Roadland. Как видим, в его версии для Spectrum заставок даже больше, чем в варианте для NES. Клавиши управления по умолчанию смещены в левый край клавиатуры. ZX влево-вправо, QA вверх-вниз, один выстрел. Подобно Дакуле, в цвете выполнены только начальные заставки и полоска интерфейса. Сама же игра проходит в черно-белом режиме, что позволяет избежать известного спектрумовского артефакта графики конфликта атрибута или клэшинга. Вообще графика Roadland по меркам спектрума замечательная, и мне самому интересно, что же там дальше, есть ли бродилочные уровни и каков будет последний, равно как и его босс. К сожалению, пока у меня не было времени на прохождение, и сейчас я под запись играю в эту спектрумовскую версию впервые, чтобы показать вам. На этом все. Спасибо за внимание.